Последний хранитель. Два дня спустя в тихой долине среди Хиджальских гор. У нас нет на это времени, Фарион. Зачем мы сюда пришли? Прошлой ночью мне приснился огромный ворон. Он и призвал меня сюда. Мы тоже были призваны. Кто вы, чужестранцы? Я Трал, сын Дуратона, вождь Орды. Я Джайна Праудмур, предводительница людей Лордерона. Тех, кто остался в живых. Не могу сказать, что рада знакомству. Терпение, жрица. Они здесь для того, чтобы помочь тебе в борьбе с Легионом. Это ты был в моем сне? Но кто ты такой, чтобы предлагать подобное? Я тот, из-за кого здесь появился Легион. Давным-давно я привел в этот мир орков и тем самым открыл путь для демонов. За свои грехи я был убит теми, кого больше всего любил. После моей смерти восточные земли многие годы были охвачены войной. Целые королевства лежали в руинах. И теперь я вернулся, чтобы исправить содеянное. Я Медив, последний хранитель. Слушайте же меня. Единственный шанс для вас и для всего этого мира объединиться в борьбе против врагов всего живого.